песню «Спасибо, что ты есть» вокального дуэта Марка Тишмана и Дианы Гурцкой вы увидите в исполнении ансамбля жестовой песни «Петербургская лексема» Дома народного творчества и досуга. Руководитель Людмила Герман. «Спасибо, что ты есть». За то, что ты есть, за то, что твой голос весенний приходит, как добрая весть, в минуты обид, в минуты сомнений. Спасибо за дни, что летят, за все, что сейчас и что было. Все, что сейчас и что было, во мне твои боли болят, во мне твои копятся силы. Спасибо тебе за то, что ты есть. И снова какие-то скрытые токи, спустя расстояние, все сроки, мне просто напомнят ты. Спасибо тебе за то, что ты есть. И снова какие-то скрытые токи, сквозь все расставания, все сроки, мне просто напомнят, ты здесь. Спасибо тебе за то, что ты жестовой песни.